Правка шеи, так же как правка всех остальных отделов позвоночника, делается после вытяжения на валиках, но сейчас я его уже сделал. Задача того, кто лежит на столе, расслабиться, дышать носом, потому что ничего сверхъестественного происходить не будет. Если это первый сеанс, то после того, как мы сделали шею, делается несколько минут перерыв, чтобы кровоснабжение мозга восстановилось, прилила краска к лицу, какое-то может быть головокружение легкое, отошло, то есть чтобы добиться полного успокоения. И потом уже приступаем к груди, пояснице, там, ногам, рукам, в зависимости от ситуации.